divided our audience into two the same groups. Each group were given a list of characteristics of person. The characteristics were the same for both groups, except one word. One list contains a word can be translated as tough, and list for the second group contained a word which could be translated as gender. We showed our audience a video of presentation of this person and suggested them to describe him. Занимайте свободные места, листочки пока не переворачиваем. Our goal was to figure out how do people form their impression of personality. Our experiment was based on ASH experimental studies, and our hypothesis can be formed as that prejudices play a big role in the forming impression of people. We conduct our study in two steps. The first step was a pilot research, which include 15 participants from the age from 18 to 68. We ask them only one question: how can they describe a typical Russian politician? And on the base of their answers, we choose two central characteristics. Мы можем снимать фильмы. А ты умеешь монтировать, нет? Я могу сниматься в рекламе еды. Любой. Какова твоя роль в этом эксперименте? Моя роль как организатора заключается в том, что мне нужно встретить, проводить наших испытуемых в кабинет, рассказать им, можно ли заходить, нельзя заходить, можно ли переворачивать листочки, нельзя ли, и чтобы они угостились кофе и пироженками, которые лежат там. От имени всей команды я благодарю вас за то, что вы сегодня нас пришли и поможете нам в осуществлении эксперимента. Сразу перейду к делу. Сейчас вы прослушаете инструкцию, и после этого сможете перевернуть листочки и задать вопросы, если они у вас появятся. Перед вами находится листочек. После инструкции вы перевернете и изучите содержимое. В нем приведены характеристики человека. После того, как вы знакомитесь с этими характеристиками, вы увидите выступление этого человека на экране. Ваша задача на основании всей полученной информации написать краткий рассказ описания личности этого человека, то есть ответить на главный вопрос, какой этот человек. В качестве ознакомления у вас сразу будут эти характеристики. Расскажите, каким вы его себе представляете. Опишите характер и черты. Рассказ нужно дописать прямо на листочке, там для этого предусмотрено место. У вас будет около 5 минут на то, чтобы написать рассказ. В принципе, времени должно хватить. Во время эксперимента, пожалуйста, не разговаривайте, не показывайте товарищам листочек и пишите только то, что кажется вам верным. То есть лучше написать 2 правдивые характеристики, чем написать 5 придуманных, потому что не знаете, что написать. Есть ли у вас вопросы? Отлично. Тогда, я думаю, мы можем приступить. Можете перевернуть ваши листочки. Так, если вопросы по-прежнему не появились, то мы можем посмотреть видео. Не появились? Появились. Я не поняла. Здесь уже даны какие-то характеристики, и при этом я своими словами должна описать то какие я там характеристики. Да. Но там же описан не весь его характер, то есть там написаны какие-то основные черты. А, ну просто пример, и вот вы посмотрите видео, да, и поймете, ну вообще у вас составится какой-то портрет, и вы его изложите. А это тезисно излагать или развернутым сочинением? Ну вообще литературные качества не учитываются, вам достаточно просто перечислить
можно списком, можно просто схемой, табличкой, как угодно. Главное, чтобы там звучали какие-то. Ash used a woman code to describe people, but we faced the problem that simple translation of these words cannot be appropriate because in our society they do not have the same connotation and therefore they have a different impact on human imagination. Thus, we adapted these words in our social reality. Taking everything into consideration, our research will figure out prejudice in our social reality similarly to the Ash experiment called WOM. We have chosen this research to figure out these sustainable concepts, prejudice. We need to create an alternative experiment appropriate to Russian modern society, as prejudice are internal, but their qualities are different from groups to groups. Ash experiment called WOM on making the impression of personality research in 1946 has been widely spread in later psychological experiments. Several psychologists then rebuilt this experiment, but it is still one of the most quoted experiments devoted of forming impression and also very discussing. Examiners from both groups mostly have the same opinion about this politician. For example, they say that he is very smart, he is intelligent, and he knows what about he said. But unfortunately, this politician has a very poor speech. Вы точно, что не торопитесь, у вас еще есть время. Examiners from both groups, from group A and from group B, try to evaluate our characteristics by words right and wrong. For example, examiners from group A say that this characteristic is white and he is gentle, but people from group B say that Tov is not right, it is wrong and he is gentle. Я вот не нашла, у него описано право. Да, ну вот, нам это важно выяснить. Спасибо. We expected that people from group A and from group B were form their opinion about politician in different ways. But real results didn't prove our expectations and people form their impression by strong stereotypes and by their own opinion. So stereotypes and own opinion have a bigger influence on impression formation.